Привет. Привет. У нас сегодня настал этот день. Настал этот день. Вон сзади купается наша машина. Потом искупаемся мы. И вечером мы выезжаем. У нас сейчас время 12 часов. Машина едет. Все, мы уже все приготовили. Чемоданы собраны. Три вон чемодана, два больших и один маленький. Как и в том году. Все, ну уже остался час где-то, примерно, как мы перед тем, как мы выезжаем. Дети только, вот я уже одета. Слава. Слава строчит. Строчишь? Что ты там пишешь? Что-то там, короче, своими делами занимается в компьютере. Еще не одет. Короче, я одна одета. Обычно наоборот, всегда женщина последняя, самая последняя. А я уже накрашена. Короче, полностью. Мы все искупались, душ сходили, и вот теперь только дети, осталось детям одеться и Славе. Ну почему я так рано оделась? Потому что я сейчас, скоро уже начнется игра у гномиков, и буду еще играть полчаса. Вот, все, все готово, все собрано, теперь только осталось поиграть, надеюсь, выиграть немножко хоть что-то, и потом поедем в путь. Вот все равно какое-то каждый раз, я не знаю, у вас тоже так, то если уезжаете куда-то, все время у меня вот такое чувство, что вот что-то забыла. Я уже с вами говорю, вспомни, в том году было такое, что мы приехали, и я вспомнила там, или мы вспомнили, что что-то важное забыли. Он говорит, нет, еще никогда такого не было. У меня всегда каждый раз вот это чувство, что что-то забыла. Я себе, правда, всегда список пишу и все время по списку вычеркиваю все. Но вдруг я забыла что-то записать туда. Короче, всегда такая не паника, но слегка такое неспокойно как-то. И у меня тоже теперь волнение наступает. Слав, ты волнуешься? Нет? Слава не волнуется. Заму или я? Ну, мы с ним одинаковые. Волнуемся. Льюис с Леон тоже спокойный вроде. Все. Будем. Потом переключимся, когда уже выезжать будем. Снимала, снимала, блин. Сейчас как мы в машину сели, эти чемоданы, все. И оказывается, я только сделала фотку. Jetzt nehme ich auch. Jetzt könnt ihr nochmal привет sagen. Привет. Они поздоровали, Замуль меня опять обцеловала на камеру, и все это было не снято, ничего страшного. Мы... 21 градус, не так и холодно. Мы все, мы выезжаем, время у нас 20:49, я немножко задержала семью с игрой. Но Слава тоже был в интернете, так что я не одна виновата. Да, Слава? Да. Вот. И мы теперь все, тронулись. Надеемся, что ничто не забыли. У меня такая немного всегда тревога. Всегда у меня тревога, что что-то забыли. Но никогда пока еще не забывали. Так, дяденька или тетенька выступать. Спасибо. И в хорошем настроении. Я вообще в отличном. Я выиграла очень много сегодня. Ну как очень много? Я играла-то всего полчаса. Ну чуть-чуть больше, чем полчаса. И выиграла. У гномиков канал Гномландия ТВ. Я если не забуду, поставлю, потому что кто смотрит и думает, наверное, где выиграла, что, о чем она говорит. Поэтому я. Форный, да, я вижу. Слава. Ну что ты? Ты портил настроение. Когда человек отвлекается, это опасно. Ну, все равно я же не закрытыми глазами. Просто человек с ребенком идет с другой стороны дороги, хотя живет, тротуар свободный. Ну что я говорила? А, в Гномландия ТВ я ставлю канал, и вот вы увидите, почему я радуюсь, потому что я выиграла. Там можно выигрывать. В пятницу, кстати, будет опять игра. Не знаю, надеюсь, очень надеюсь, что у меня получится зайти, потому что не знаю, какой интернет будет. Читала, что плохой, слабый там очень интернет. Даже не знаю, получится видео загружать или не получится. Постараюсь. Да, короче, все сделаю возможное. Если будет возможно, значит... Но я очень надеюсь. Все. Едем. Наконец-то дождались. Сколько мы? Почти год, да? Нет.
Сколько, когда мы купили эту путевку? Не знаю, тоже в пределах 10 месяцев. Очень, ну, 10 месяцев, намного, наверное, задолго. Да. Намного задолго. Теперь меня даже... Я уже так рано накрасилась. Самая первая была готова. Уже даже этот... Немножко стерлась. В следующий раз, наверное, если мы поедем, на Куксафен. Да, наверное, следующий год мы в Германии останемся. Или поедем, знаешь, куда, в этот... Дети давно мечтают. Зимой тогда уж лучше. Да. Мы никак не пытаемся. Лето это нам невозможно. Мы летом, в лето можем пойти в тропическую зону, в бассейн и все остальное. И там. А, да. Зимой имеешь. Да, мы можем на выходные. В Берлине вот этот, да? Tropical Island, по-моему, называется. Да, замуж мечтает. Вот может, да, туда поедем. Там можно даже... Ну, вот как на пляже ходишь. Там все только под стеклом, под крышей. Как и большая даже, теплица, да? Да. Мы там никогда не были, только вот на видео смотрели. У нас родственники уже многие там были, всем так нравилось. Поэтому поедем, наверное. Ну, тогда надо будет на пару дней, потому что Берлин туда и обратно. Это же... Ну, да, с ночевкой, конечно. Да. Там уже внутри у них какая-то есть. Ну, еще сейчас... Не улетели в один отпуск, уже планируем другой. Все. А, с собакой же, да. А, да. Наверное, скорее всего, уже почти решено, что мы приедем с отпуска и начнем серьезно искать собаку. Детей отрывать будем от этих... Говорили меня. Да, детей будем отрывать от интернета. Почаще на улице выгонять. Это первое время. Ну, все равно, какая разница. Первое время они будут драться, кто за ней, нет, кто пойдет, или не... вместе ходить. Да, раньше было, а не хочу на велосипеде, с собакой хочу, не хочу, надо. Да. По очереди их, ничего себе, их много. Если каждый по очереди будет, даже если не хочется, все равно нормально. Слава, давай, пока мы еще тут у нас, надо подумать, что мы ничего не забыли. Самое главное идти, я бы сейчас посмотрела уже в этом... Паспорта на месте и бумаги для, ну вот эти билеты, грубо говоря. Паспорта, билеты. Да, все это с собой, и Слава говорит, остальное можно купить. В крайнем случае, да, там из одежды, если что. Трусы, купальники, да, лифчики. Шмотки, что-нибудь. Забыли, бывает. Мы ездили на свадьбу, платье забывали свадьбу первый раз. Главное, чтобы документы. Ты только скажешь свадебное платье. Еще подумают, что я на свою свадьбу платье свадебное забыла. Не свадебное платье. Не на наше свадебное. Нет. Нет. Просто на свадьбу ездили и забыла все вещи. Детские, все повесила, все готово было и забыла. Сели, поехали. Да, поехали, приехали туда и даже не сразу заметили, что нет. Уже на следующий день, когда вот в этот день нам надо было идти на свадьбу, мы в отеле там тоже были. И вспомнила, ой, не вспомнила, а смотрю утром, хорошо, я не знаю, почему меня на это сподвигло посмотреть, а где мое платье, потом кинулась, и детский все, пришлось, хорошо, там магазины были открыты, не воскресенье было, поехали, быстро всем купили одежду, по-моему, это у тебя было, только надо было детям купить, да, и я платье себе купила, еще и нашла каким-то чудом. Все, сейчас наболтаем. Я же хочу до Турции, пока мы в отель не придем, вот это видео, чтобы было. Все, не хочу, чтобы сильно длинное было. Потом переключимся, когда уже будем в аэропорту. Мы уже в аэропорту. Обедаем, ужинаем. Слава. Да. Всем спокойной ночи. Сколько у нас сейчас время? Сколько времени? 11. Чего? А, ну да, через полчаса на машину надо парковать. Проголодаюсь. Ну, что у меня? Стояли немножко в пробке, где-то 45 минут в пробку попали. Паника немножко была. Я говорю, видите, сначала учила, мы так рано выехали. Вот в пробку попали, как раз все нормально, все по плану теперь. Сейчас 23:30 нам заезжать в этот парковку и потом будем ждать, когда чемоданы сдавать. Переключимся.
вот в этом отеле, называется Maritim, мы запарковались. Теперь мы идем к на взлетную площадку, да. Нет, ну через дорогу, и там уже этот терминал. Вот такой обалденный, здоровенный отель. Вот лучше сейчас протерла камеру. Какая красота! Такие лампы. Вообще, дети говорят, давайте в следующий раз просто здесь будем делать этот отпуск на номере. Как раз очень красивый отель. Что, теперь вниз ехать? Ну, ты даешь. Ну, давай. Давай, вдруг марунта. Дети взяли самые большие чемоданы. А папе самый маленький. И не дают. Я говорю, get на раус. Я, алис окей. Мама, warum hat er nicht gedrückt? Nein, ich habe gar nichts gedrückt. Minus eins. Es geht hoch. Es war zu spät, muss man sofort. Es ist jetzt hier. Wir sind geil, покатаемся. Es sind viele. Все. Входим, переходим через дорогу. И... Ну, ги-ги-ги, шнель, шнель. Машину сдали, наконец. Немножко помучились, правда, да? Темнота. Мы сначала не туда заехали. Ну, в темноте, блин, неудобно. Вас? Ну, нам сейчас тогда, там надо будет наверх подниматься. Все, прошли мы все контроли. Мне кажется, сегодня быстрее все прошло, да? Я, потому что три самолета почти в одно да, время. Мы самые первые стояли, багаж сдали, потом этот контроль, паспортный контроль, короче, все прошли, теперь осталось только в самолет заходить. Мы уставшие все. За три часа почти. Да. До вылета мы уже были. Уже все, сидим на месте и ждем наш самолетик. Я даже не знаю, еще даже нету здесь его, да? Я сказал, что нету больше, чем. Один тут очень пьяный в доме. Один летит, совсем один. Надеемся, он не будет возле нас сидеть. Заслав. Я так пьяных боюсь ужасно. Вот, а нам как всегда, наверное. Ну, по-моему, они не... Я рядом с ним сейчас. Он не в нашем самолете, по-моему, будет сидеть. Мы сидим все в ряд, но, к сожалению... Я видел его кошелек, он очень толстый, толстый, там много денег. Он меня купит, мне напоит, накормит. Да-да. Адрес, да, подружимся. Завтра, а на следующий день все забудем. Че? На следующий день все забудем. Ага. Так с пьяными. Выспится за это, да? Ой, надеюсь. Замученные. Уже сейчас. А нам еще лететь 3,5 часа. И еще на автобусе ехать неизвестно сколько. Дети все с телефонами. А как еще время переждать? Я себе музыку закачала. В телефон буду музыку слушать. Дети будут себе кино закачали. Будут кино смотреть. Так что мы все вооруженные. Да, Слава? Все позакачали всего. Все позакачали, накачали, все закачали. А мне не привыкать, я начну, когда работаю. А я спать буду. И мы сейчас таблетки возьмем, ну, чтобы плохо не было в самолете. И на паузе тоже будем кино спать. Смотрим. Мне кажется, ты уснешь, начнешь смотреть. Я сразу усну, да. А я не буду ничего смотреть, я буду спать. Ой, с музыку слушать. И под музыку спать. Я себе музыку закачала сюда. Ладно. Переключимся, не знаю когда. Или уже в Турции, или в самолете посмотрим. Наконец-то! 3 часа мы ждали. Самое долго ждали, это вот здесь. Сейчас мы идем. О, точно, дождь идет. Там самолет стоит. Все. Мы с Богом летим сейчас. Снимать с окна я не смогу, потому что на улице темно. Я 3 одинаковых самолета в течение 5 минут один за другим взлетает.
Да, Слава? Вон там дождь идет. Но это не наш самолет, но у нас такой же вот. О, пилотов видно. Да. Вон наши пилотики сидят. Навсегда. Ну, это узко у них. Я думала, там столько много места. Вон там тоже заходит самолет. А там самолета-то нет. Они с улицы заходят. А куда они идут? Там самолета нет. А, не смотри. Те через дорогу идут. Нам повезло. Там через улицу надо людям идти. Все, заходим. О, вегат мы гигим, браухен мы сюда сауф цайгим. До смайна. До самого. Сидим мы в самом сзади. Все. Сейчас быстро. Сейчас будем вылетать. Я уже наушники делаю, чтобы музыку послушать. Сидят ногами вот так и прыгают. Мы будем... А? Теперь будем спать. Все будем спать. Я думаю, весь самолет будет спать. Все такие, все зевали, все сидели. Время 3:15. Красиво светится. Жуем все жвачки, потому что чтобы уши не закладывала. У Льюиса одна ноздря забита, блин, я надеюсь, нормально перенесет все. А? Это слепо бывает. Леон, сильно это... Жвачка такая мятная сильная, и он не любит. А мы забыли другие купить. Наконец вышла с поезда, с самолета. Вечно приедешь и стоишь 3 часа там, пока вылезем. Да, душно. Сейчас идем в душ, но здесь паспортный контроль сейчас, ну как всегда. Но тут уже лучше, да? 3 часа стояли, проходит в самолете и ждали, пока там откроют. Все, получили наши эти...
чемодана. Сейчас в туалет еще быстро, потому что неизвестно, сколько ехать будем. На автобусе нам далеко ехать в этот раз, поэтому быстренько все в туалет побежим и потом пойдем наш автобус искать. Спал всю дорогу Леон и Луис, мы все спали, я спала, только Слава не спал. Но мы таблетки все брали, кроме Славы. Вот Слава не спал, кино смотрел, а мы все дрыхли. Ой, слава богу, я так всегда радуюсь, такое прям, как сказать, лайхтерунг. Легко так становится, когда вот тут приземлился, и вот, слава богу, все хорошо. И вот, я говорю, вот с турецкой авиалинии ехали, вообще абсолютно незаметно разницу. В том году на немецкой ехали, в этом году с турецкой, и одинаково, все одинаково. Даже турецкая еще даже плавнее, мягче летел, да? Самолет. В смысле, он новый? Да, новый самолет. Правда, там нету ни радио, ни телевизора. Ват, ты гилял. Вы не сходили, а теперь уходят. Я тоже хочу. Какой-то туалет. Чистенько все. Все. Здесь хорошо сейчас, когда с самолета вышли, там такая очередь, особенно в женский туалет, прям аж очень длинная очередь. А мы быстро получили наш этот наш чемодан, очень быстро, одни из первых. И вот пришли сюда, нам подсказали, где здесь туалет, рабочие вот этого аэропорта. И здесь вообще все свободно. Все, пошли мы искать самолет. Теперь осталось только доехать. Нам сказали, сейчас нам этот гид сказал, что 1.5-2 часа. Ну, посмотрим. Потому что в отзывах всегда стоит 2 часа, это было минимум. Он сказал 1.5-2 часа, посмотрим. Сейчас, ой, я как думал, 8:30, это ночь 9:30. Да, сейчас 9:30. По немецкому времени 8:30, а по турецкому уже 9:30. Вот посмотрим как. Ну, мы еще как ждем. Для дороги. Всего 2 семьи только. Нет, 2 и сзади еще больше. Ой, скорее бы уже до комнаты добраться. Тяжело вообще, да? Ночью вот так вот кстати. Зато интересно. Детям вообще было интересно, когда мы взлетели, вот эти все. Лампочки везде сверкали, так интересно было. Займа говорит, мама, я, говорит, не буду спать. Только Слава не спал. А Займа все-таки вырубился, он не мог, он же так сидит. Я говорю, не сопротивляйся. Он так и все с ней, да, уснул. Таблетка, правда, тоже ужасна. А у вас таблетка приешь? Конечно. А я смотрю, Слава сидит в кино смотрит. Думаю, ну как он может не спать? Всю ночь не спали. Мы не могли просто не спать, потому что, во-первых, ночь, во-вторых, таблетка. Ладно. Потом переключимся, когда уже будем в отеле. Да? Там Льюис и Леон сидят. Здесь Азам и вот. Сами. Это базилия? Да, на кухне. Да? О, сейчас нас сидят везут. Все, мы поставим. Ладно, переключимся. Едем уже 2.5 часа. Нам сказали 1.5-2 часа. Вот. Наконец-то хоть море видим. 2 часа мы моря не видели. Thank you.
все, мы в отеле наконец-то добрались. 3 часа ровно ехали. Ровно 3. С 9 до 12.00 мы приехали в отель. Сейчас мы, нас, ну, эти, багаж. Данка. Багаж это ставили на ресепшене, да, и комната еще не готова наша, или наш апартамент. Послали нас на обед. Обед еще такой тоже не начался, через 15 минут, поэтому мы пьем сначала. Усталые, мы 15 как часов. Можно сидеть? Столько сидели, вы сидите. Давайте поставим другую. Я хочу лечь на живот. Я уже, у меня на пустой живот, на задница, вообще ее не чувствую. Сидишь и сидишь, и сидишь, и сидишь, как. Вот и не втринкан. Все. Короче, первое впечатление. Я скажу так, что тот отель, где мы в том году были, сама вот это вот, когда заезжаешь, и вот этот ресепшн, я, конечно, обзор сделаю, но там мне больше нравилось. А так вот, это само вот здесь все расположение, там, ну, я пройдусь потом по отелю, все покажу, но в первое впечатление немножко не то, я бы сказала. Сам вот этот вот ресепшн, вот это холл, мне вообще почти не понравилось. Ну так вроде здесь много этих бассейнов. Немного, а несколько. Баров очень много. Вот первый попавшийся мы зашли, сейчас пьем. Пока на обед откроют ресторан. На этом буду прощаться. Да, мы добрались. Ой, ага. Очень-очень. Сидим на прохладном месте. Да, у нас я остыть, у меня горло спадает. Продувает немного. Замерз, пока ехал. Он вообще еще футболка. Ну, сначала в самолете замерз. В Германии было прохладно. В Лисе тоже было 2 футболки где-то. Все, на этом буду прощаться. Потихоньку обзор отеля и вот это все, площадки, этой, ну, это территория отеля буду снимать потихоньку. Сначала получим комнату, покажу. Но это все будет в следующем видео. Главное, мы добрались. Слава Богу. Все, всем пока-пока.